205 лет на страже безопасности граждан и государства. Сегодня юбилейную дату отмечают сотрудники внутренних войск Российской Федерации. Они принимают участие в борьбе с преступностью и терроризмом, охраняют общественный порядок. Сотрудники внутренних войск принимали участие в двух чеченских кампаниях и оказывают поддержку в охране государственной границы России. Сегодня в честь праздника на площади Славы состоялся парад Самарского соединения внутренних войск России. В нем приняли участие действующие сотрудники, ветераны и даже те, кто еще только готовится вступить в ряды внутренних войск. Минутой молчания и автоматными залпами почтили память тех, кто отдал свои жизни за безопасность граждан нашей страны. Это очень важная дата. Мы крайне раз, масштабно праздновали, естественно, 200-летие. И сегодня, мы стоим на рубеже 205 лет внутренним войскам. За эти 5 лет внутренние войска настолько поднялись уже высоко при выполнении, при выполнении служебно-боевых задач, прежде всего, и в естественном техническом оснащении.